Амаль 27% выборщиков у Гомельской области сделали свой выбор у первые 4 дни до терминового голосования. По информации областной выборчей комиссии, за этот час на выборчие участки на Гомельщине пришли 295 762 человеки. Дотерминовое голосование завершилось сегодня. За его ходом сочили как внутренние, так и замежные назиральники. Представник миссии СНД Размик Хумаран не первый раз назирает за проведением выборчих кампаний у Беларуси. На сёлетних выборах он сачыў за этапом агитации, так само за датерміновым голосованием. За 3 дні он наведал больше, як 2 десятки участков у Гомелі. Традиционно уже в Беларуси все организовано на высшем уровне. Я никаких нарушений сам не заметил. Спрашивал у наблюдателей, у людей. Проходит досрочное голосование совместно с законодательством. Везде комиссии, везде прозрачные урны, свободное волеизъявление граждан, которые пожелали проголосовать досрочно. Завтра, в день выборов, у Палату представников Национального сходу Беларуси на территории Гомельской области будут працовать каля 40 назиральников от СНД. Нагадаем, что выборчие участки 11 вересня будут працовать с 8 годин раницы до 20 годин.